Касаемо врачей, очень многие работают с пригорода. Мы организовали бесплатный транспорт для сотен врачей и работников медицинского персонала, которые живут в пригороде муниципия Бельц. Многие сегодня боятся после работы вступать в контакт с членами своих семей. Многие сегодня работают допоздна, когда они уже никак не могут попасть в свой населенный пункт. Значит, на завтра, на утро я предложил комиссии по чрезвычайной ситуации передать бесплатно на период чрезвычайного положения в пользование гостиницу муниципия Бельц, в которой сегодня оборудовано 62 номера, которые находятся, бельчане знают, в центре Бельц, для того, чтобы врачи могли там жить. Я уже встречался с главврачом Бельской клинической больницы. Я уже сказал подготовить списки, информацию, сколько номеров нужно будет, сколько медиков женщин, сколько мужчин. Может быть, есть случаи просто, где муж с женой, они будут жить там в своем номере и так далее. Это то, что нужно решить срочно. И я рад, что мы нашли возможность решить эту проблему.